Конечно, десерт, да, это прям со вкусом дерьма. Подожди, давайте я приму это наказание. Что может быть? Кальян со вкусом гороха? Всем привет, это канал MacLoud, мы снова здесь встретились, это Катя Станиславская. Это Саша Тарасов, привет. Сегодня нас ждет трешачок. Сегодня вы не узнаете ничего нового ни про какие табаки. Мы не будем проводить никакие обзоры и рассказывать, приглашать экспертов и так далее. Сегодня будут слепые дегустации, но мы проведем их особенным образом. Особенный образ будет следующим. Два человека будут состязаться между собой, выясняя, кто из них лучше разбирается на вкус в сортах и видах табака. Если они будут угадывать, то будут получать 1 балл. Если нет, то будут получать наказание, которые спрятаны под этими беленькими бумажечками. Наказание капец. Отвратительное наказание. Ужасные. И, кстати, производители табаков, если вы думаете, что вы производите самые натуральные вкусы и заявляете об этом, посмотрите этот выпуск, потому что, может быть, все вообще не так. Ну что, знакомимся? Яна. Иван. Очень приятно, ребята. Язык не поворачивается назвать вас счастливчиками сегодня. Просто, ну вы увидите все. Да, вам очень пригодятся наши космические одежды. Потому я что это единственное, что спасет вам. Прежде чем ребята начнут отгадывать и вытягивать листочки, обязательно предупрежу вас о том, что вкус вы должны угадать точно. Это должно быть именно то слово, каким назвал его производитель. Иван, кальян номер 3. Ну что, давайте попробуем. Не могу понять, что это. Не тяни время. 5, 4, 3, 2, 1. Ваня, что это? Пусть будет виноград. Нет! Тяни! Нет, только не эту, Ваня. А, что ты делаешь? 7! Смотрите, что я принесла вам, ребят. Давай, я возьму. Вань, смотри, я вот рядом. Нет, нет, не держи, Вань, я сам подержу рядом с твоим лицом, потому что все эти прищепки сейчас окажутся на твоем лице. Вань, тебе сейчас будет хорошо, я тебе гарантирую. Прям, да. Ну, пока нормально. Да, Вань, да, да, да. Отклячь губешечку, пожалуйста. Пробуй с прищепками дальше, да, ты будешь ходить до конца вечера. Да, может, сейчас угадаешь. Теперь, когда у тебя есть мотивация. Может, повезет, да. Да. Это моновкусы, которые встречаются в обычной жизни многим из нас. Так что он должен мне быть тебе знаком. Мне еще такое не встречалось почему-то. Эрл Грей? Да. Нифига себе. Я поздравляю тебя, Вань. Вань, сотри слезы, сопли, так. Слюни. И снимай прищепки. Давай твой вот кальян, Катя. Там вкусненький какой-то первый, стоит. Первый, второй. А любой. Единичка, да? Раскури маленечко, чуть-чуть, давай. Одна затяжечка, другая, третья. И мы медленно надо начинаем отсчет. Надо хорошенечко подумать. Что-то мне кажется, это цитрус какой-то. Так. Близко. Мне кажется, это грейпфрут. Ну все, уже 5, 4, 3, 2, 1. Это... Ну, грейпфрут. Грейпфрут. Ребята. Это мимо. Это, но близко, но мимо. Близко, но мимо. Ян, мне больно говорить тебе это. 4. А, это вкуснятинка. Это вообще отлично. О, класс. Да, это класс. Ты не думаешь, что да. Все так просто. Положи, положи их сюда, Катерина. Твоя задача все их сейчас вскрыть и все их одновременно положить в рот. Нормально. Саня, тебе как, нормально? Ну ладно, тебе повезло с этим наказанием, поэтому закругляемся и идем дальше. Вань, ты готов? Номер 4, поехали. Да, готов. Вань, еще, еще, еще. И это... Ну, еще одну чашечку, Вань, последнюю. Давай. Вань, так. Ответ. Слово.
Вань, давай, Ваня! Ну? Ну, любой вариант, Вань! Последнюю тягу я сделаю. Вань, ну ты же понимаешь, что уже не поможет, уже все. Вань, давай, давай, это... Пусть будет фисташки. Фисташки! Это... Фисташки ли это? Вообще недалеко не фисташки. Вообще недалеко не фисташки, говорит наш судья, зато близко белые бумажки. И это... Ой. Номер один. Вскрываем. Ты должен сразу одновременно засунуть их все в рот и сказать фразу «Я люблю Маклау». Иван, давай, 3-4. Я не расслышал, прости, пожалуйста. Ваня, радости. Искренний. Где слезы счастья? Погнали, Яна, у тебя остается... Какой там номер? Номер один. Ага. Ну еще раз, давай. Горох. Горох. Я даже не предполагаю, что может быть похоже кальян на горох. Кальян со вкусом гороха? Она близко-близко? 5, 4. Нет, вообще не близко. 3, 2, 1. 0. Может, ты просто возьмешь бумажку? Да сколько можно, давай, мы же за наказание пришли. Восьмерочка. Ты же знаешь, что самое полезное, что может быть для волос, это маска из яиц. Да ладно, да нет. Это придумала Катя. Готова? Да, давай. О, можно я сразу буду протирать, пожалуйста? Ян, мы не все доразмазали. Давай на затылок хотя бы маску, потому что... Да ладно уже, все. Ну что, поехали дальше? Давай. Вот давай, подавай что-нибудь. Давай. Я юный подаван. Это номер 7. Кальянчик у нас. 5, 4, 3, 2, 1. И это вкус, Иван. Это бекон. Бекон. Красава. Yes! Есть. Это первый балл. Вань, молодец, дай 5. Как я тебя ненавижу. Так. Салатик это и скандал. Номер 5. Номер 5. Вай, раскуривай. Он свеженький, да. 5, 4, 3, 2, 1. Это... Кокос, мне кажется. Кокос! Нет, это не кокос! Яна, это не кокос, Яна! Тяни. Ой, волнуюсь. Номер 2. Ян, готова? Ну, чё... Так, 6-й кальянчик. Это что-то знакомое. 5, 4, 3, 2, 1. И это, Вань, это... соберись. Кофе. Кофе. Это кофе. Вань, это не кофе. Близко. Все, тяни. Это не кофе. 9. Ну, вот так надо мужчина сделать? Мужчина болен, вытерпит. Да? Да. О! 3. Итак, 8-й кальян. Какая-то звездочка, знаете, на мазу. Да. А? А с чем звезд... Я... Можно, пожалуйста, буду? Ну, пожалуйста, ну, чуть-чуть. С чем звездочка вот эта вот мазь? Что в нее добавляют? Ну, эти травы какие-то. Это... Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Ян, я за тебя. Соберись, Ян. Ну, это звездочка. Это звездочка, и это... Это было близко. Это эвкалипт. Эвкалипт! 10-й. Ну, наконец-то, Яна, что-то будет сегодня не на тебе, а в тебе. Ну, такое себе. Саша, организуй, пожалуйста. Давай, давай 4, а лучше 5 долек. Подряд засовываешь рот, разжевываешь и говоришь, я очень люблю Маклау. Слушай,
Отлично, понравилось. Она уже давно могла остановиться, но жрет и жрет. Иван, держи. Финишная прямая. Десяточка. Но. Это Тархун. Тархун? Это не Тархун! Господи, есть Бог на небе. Давай. Давай, три. Номер три. О, ням-ням. Вы можете поскорее у меня это забрать, потому что... Раз, два, три. Я вскрываю это сразу, ешь луковицу, потому что это прям... Я не знаю, как ты после этого что-то еще сможешь курить. Держи. Боже мой, ядрить, она полежала. Я получила. Нет, спасибо, я. Я после лимона еще не отошел. Тебе не часто везет, и мы это сегодня видим, а поскольку у нас осталось два лютых достаточно наказания, что то, что другое, прям очень неприятно. Очень. Поэтому я бы на твоем месте угадал бы. Угадал бы я бы на твоем бы месте бы. Ясно. Обреченно сказала, ясно. Ну, на вкус как дерьмо я. Нет, это не вкус дерьма. Это подошва, я не знаю. Вот, мне вот интересно, производитель. Какой производитель этого вкуса? Дай попробуй. Да, давайте все попробуем. Это просто дерьмо, я не знаю. Это просто дерьмо. Ну, подошва, резина, я говорю. Ну-ка, ребята, чё? Ну, я знаю, что это. Может быть, я просто пробовала такое, сейчас посмотрим. Не знаю, Господи, я такого не видала мой. Еще в своей жизни, поэтому... Запашок-то вообще не очень. Это вообще... Мне кажется, я угадал. А-а-а! Ага, да, да. Вот давай, оно что! Давай, короче, 5, 4, 3, подожди, 2, 1, подожди. И это... Ты меня спрашиваешь? Ну просто очень хочется. Нет, мы так не играем, нет. Короче, подумай. Думай. Как думать, если у меня... Ну на что похоже прямо... подошва? Я знаю, что это... давай. Не удался этот вкус, я вам скажу, ребята, да, у производителей. Ну вот... Если это он, то это он. Правда, давай, немножко подошва. 4, 4, 4, 4. Это десерт какой-то? Конечно, десерт, да. Это прям со вкусом дерьма. Десерт... Говноженка, так называется. Пирожная картошка, наверное. Пирожная картошка. Ну давай, подожди, давай, тяни. А тут без разницы, все дерьмо, как ты говоришь. Шестое. Давайте просто не со всего. Подожди, давайте я приму это наказание. Спасибо, Вань. Девушка, она так сегодня много испыталась. Подожди, Ян, я разрешу даже тебе ударить Ваню. Твое сердце просто растаяло. Такой поступок благородный. Три, два, один. Друзья. В нашем лютом состязании победил Иван. Мы считаем, что случайно и незаслуженно. Вот. Но я считаю, что героически, мужественно, смело, самоотверженно Яна забрала у Ивана такую моральную победу. От вас, конечно, сейчас отвернутся родные, вас лишат наследства и уволят с работы, но все это не просто так. Катя, вручай подарки. Да, небольшие подарки за терпение, ребята. Давайте, пожалуйста, спасибо. Это вам. Распакуйте потом. Человек, который не пробовал и не знает о существовании таких вкусов, вообще не догадается, что вы там намешали в этом миксе. Не знаю, я с тобой не согласен. Некоторые догадаться можно. Бекон и лосось. Говно. Потому что ты любишь покушать. Наверное, поэтому. Ну и эвкалипт, наверное, может догадаться. В общем, подводя итог этому выпуску, хочется сказать, люди, пишите о том, какую мерзость вы пробовали у нас в комментариях. Мы, в общем, пораздуваем, может быть, в следующий раз на следующем подобном эксперименте попробуем использовать ваши советы. Может быть, кто-то из вас окажется на этом месте. Это да. Катя Станиславская. Саша Тарасов. Маклауд, звоночки, комментарии и прочее. Всем пока. Пока.